Поймите, Россия, опять же, там на Западе не понимает, что Русь, Россия, Раша, да, Россия – это особое пространство. Это пространство света. Оно, кстати, Русь, оно и Россия. Что такое Россия? Это пространство света. Русь. Рось, Русь. Пространство света. И ну как можно отдалить свет? Это невозможно. И поэтому одолеть Россию невозможно никакими методами. Абсолютно никакими. Это исключено. И люди, которые вот на Западе, которых другое материалистическое мировоззрение, ничего не хочу против них плохое говорить, оно просто другое, оно материалистическое. Вот. И они думают, что у них все получится. Там два института в Калифорнии работают, вот, для того, чтобы поработить, да, Русь. Но это невозможно. Вот. И пока есть люди на Руси, которые понимают, кто они и для чего они пришли в этот мир, это сделать нельзя. Почему и ведется такая информационная серьезная работа, то есть людям меняют мировоззрение, выбивают оттуда, буквально выбивают все там духовные ценности и прочее, насаждая разврат, да, насаждая вот, алчность, да, серебролюбие и прочее. Потому что тем самым хотят закрыть вот это сияние истины в душе, да, вот этими всеми материалистическими устремлениями. Вот. Но все равно до конца, ну, невозможно это сделать. То есть в России она была, есть и будет всегда. И мы знаем из истории, когда сколько вот нападали на Россию, да? Да, сначала трудно, потом она поднимается, просыпается, разворачивается, да? И не только отбрасывает врага, но и присоединяет к себе еще территории. Да? Так же и в этот раз будет. То есть на самом деле мы станем еще с вами свидетелями того, как территория Руси будет еще больше, чем царская Русь. А царская Русь включала в себя и Польшу, вот, и часть Германии, вот, и другие территории. Это будет еще больше пространства. Это неизбежно, это, понимаете, свет, он же распространяется. Ну, фотоны, они же летят, они идут. И они несут определенную энергию, они несут свет. Это неизбежный процесс. Просто мы, ну, знаете, это же, если мы будем мыслить категориями, там, например, одной жизни, то мы не будем понимать, как это все происходит. История помогает увидеть, ну, мыслить категориями, там, по крайней мере, столетий, да, иногда там тысячелетий, ну, сейчас современная история, но столетиями мыслит. Нужно вообще мыслить категориями вечности. Вот. И свет, который несет человек, несет русский человек, да, он, опять же, он распространяется здесь, на Земле. Кстати, русский, почему вот все национальности – это имя существительное, а русский – это прилагательное? Почему? Потому что русский – это не национальность. Русский – это принадлежность к определенному состоянию души. То есть это человек, который несет свет. Сталин, Иосиф Виссарионович, он как писал? «Я русский человек грузинской национальности». Поэтому русским может быть и грузин, и негр, и еврей, и чукча, да, кто угодно. Он может быть русским человеком. То есть тот, кто несет свет, тот русский.